Скажите что-нибудь. Финальный этап все-таки. Доброе утро. Доброй ночи, знаете. А никто, кстати, не смотрит, потому что все спят. А нет, кто-то смотрит. Помашите ручкой вашим подписчикам, те, кто не спит. Представьте, 25 человек не спит. 45 уже. С ума сошли. Чего вы не спите-то? Вам-то что не спится? У нас брифинг первый финального этапа. Ай! Мы здесь все. Смотрите, какой он парадный зал просто. В Москве 4 утра, мы в курсе. Илюшка вот что-то тут. В общем, здрасте. Светло, потому что здесь уже 11:30. Все вообще красавчики. Смотрите, все бодрые, веселые. Денис вон мигаль. Денис, привет, я тебя не видела. Нам тоже не спится, как вы видите. Рассказывайте, как дела? У нас здесь первый брифинг. Погода пасмурная. Немножечко прохладно, мне даже кажется. Но в целом все хорошо. Все здесь. Хибина-сан и Дайга-сан тоже здесь. Сегодня у нас тренировочный день, наконец-то. Квалификация завтра. И завтра же начнутся трансляции на YouTube. Поэтому сегодня бесполезно их искать. Если что. Вот у нас перекличка пилотов. Такой вот у нас брифинг. Ссылки еще нет, будет только завтра. Всем привет, кто смотрит стрим. Спасибо, что вы смотрите, несмотря ни на что. ПВГшная команда подтянулась. Что ты уже с утра пьешь? Чачу какую-то? Лимонадик? Сайта поедет на марке, да. Он поедет на марке. Спать хочешь? 43 человека заявилось. 43 человека. 43. Зарубят. Половина еще, если честно, тут потихонечку втыкают, половина просто спит. Ну, реально тяжело. Например, Сваринский вчера спал на полу в палатке. Да, Антоша? Выспался? Уже на этой неделе спал. Я на этой неделе спал. Обязательно. Неправильно фамилию произнесли. Дубовик. Шиков какой веселый, а? Выспался, наверное. Чего веселишься? Что он сделал? Кто его ждет? Владивостокский. Илюха, ты где сегодня спал? Я тебя в гостинице не видела. Я был, да. Мы пришли в гостиницу, там где-то. Закимарила. Ну а что? Она говорила, она пыталась китаянке объяснить, что нихао 5 числа, за день до. Так, пишите номер. Я вообще не знаю, что происходит. А там нет воды? Фу.
Это краткий экскурс о том, как мы живем во Владивостоке. Просто во Владике что-то как не очень. Ну, прайсы дикие, у них здесь восточный, как называется, восточный экономический форум. О, Женька проснулся. Привет, Казахстан. Наська проводит брифинг. О, Филя, ты что не спишь? Никита Шиков. Дайви Сайтов. Аркадий Цереградский. Артур Волчанский. Сергей Шепелецкий. Роман Михайлов. Самаре тоже большой привет. А, кстати, смотрите. Вокруг самолетика буду дрифтить. Да? Шеф. Еще раз. Конищев, Серяк и... Серьезно? Вокруг самолета? Малеров. Офигеть. Кто автор? Малеров, Конищев, Серяк. Нет, да? Творческий коллектив. Творческий коллектив? Отлично. Да. Вопрос такой. Чьи там... Всем нравится. Всем нравится. Кофе в итоге... нормальный. Да, я его буду сдавать, кстати, под свадьбу. Больше под свадьбу геев, правда, подходит. Но ничего страшного. У нас 11:36. А тут, кстати, что-то строят они. Видите, тут даже FMX-трамплины у нас есть. Правда, они будут приземляться в лужу. Ну, посмотрим. Чуть попозже буду... Великое переселение народов? О, посмотрите. Побежали. Поближе сели. Да? Это я. Вовулечка, привет. Квалификация завтра. Обязательно передам. Значит, важный момент, если у нас сейчас выбирают лидер, он не плановый, потому что обычно мы не проводим клиенты, но все знают, как ехать. Для всех все новое, в том числе и для местных, поэтому мы вкратце просто расскажем траекторию и заезды-выезды, но завтра будет положенный брифинг, поэтому как раз за сегодня, я думаю, что все вопросы, которые накопятся, можно уже завтра будет задавать или сегодня вечером, не стесняйтесь, подходите там. Все, на вопрос, который сможем ответить, сразу, если сможем, возьмем паузу. Значит, есть схема. Спасибо большое, Филя. Значит, так, справа и справа. Ой, первый справа, снаружи. Первый здесь, второй здесь. Сейчас начинаем по одному, естественно, стараемся ехать. Учитывайте, пожалуйста, погодные условия. Нам нужны целые машины, не надо на тренировках показать все, что вы умеете сразу с куда, стены, не надо. Пожалуйста, поспокойней. Значит, мы разделим вас на три группы. Сейчас у нас списки сделают, мы их зачитаем. Вопрос. Мне, в принципе, не так важно. Значит, у нас два варианта таких основных. Либо мы по полчаса катаем, это значит две, максимум три попытки. Либо мы по часу группу катаем. Полчаса основных. Полчаса, да? А в 6 часов вообще длинная история. Может быть, сегодня без групп поедем, а завтра поедем? Нет, без групп мы не сможем, потому что будет то густо, то пусто, и многие просто могут не успеть. У нас такая... Ну... Что-что? Может, 2 по часу? Нет, по часу много, по полчаса, не по часу. Давайте сегодня оставим, все-таки сегодня день подготовок машин, пускай все едут. Сегодня очень много работы с машиной, поэтому раз выехал, потом поехал меняться, группа кончилась. То есть такое. Они не помогут тренировкам. Нет, если вы уверены, у меня вообще мне все равно как тренировки. Если вы уверены, что вы в кучу поедете. 6 часов. Ну это 6 часов. Давайте без групп поедем. Нету ли никого, кто против? Ну не вопрос. Тогда куча. Настен. Так будет.
Нет, ну все равно на завтра группу точно нужно. Нет, завтра понятно. Завтра 100%, завтра короткая тренировка, всего лишь там, полтора часа. Нет, больше нет. Ну, не будет слышно, не будет слышно. В общем, мы пойдем работать. А вам всем отличного, отличного дня. Будут потом тренировочки. И народный судья есть на этапе. Это господин Камимото. А Гоча тут, да, все тут. В общем, мы пойдем работать. На тренировочках выйду, поснимаю, как только начнутся тренировки. Поэтому подключайтесь. Ну что, друзья, всем доброе утро. Всем привет! Мы во Владивостоке, у нас финальный этап. Не просто топовая конфигурация, на самом деле, ну, очень прикольная. Ребята пилят вокруг самолета, это очень прикольно на самом деле. У нас тренировки, и тренировки проходят в режиме вот таком. Мы решили немножко разнообразить парковку, которая является трассой своеобразной в Примринге. И сейчас мы разминаемся. С коптера вообще будут потрясающие, конечно, сверху виды. Я здесь! Тебе ключ нужен? Нет, ты снимаешь? Да. А где судейка? Нет, еще, по-моему, ее нет. Так, всем привет. Да, погода, да, погода какая-то непонятная. То переменчивая, то хорошая, то плохая. Ну, в целом... что у нас красные флаги. Давайте посмотрим там, что случилось. Кто-то, видимо, подзаглох. У них разгон начинается вот оттуда, вы видите. Вот оттуда начинается разгон, и дальше они едут вокруг самолета, и вон там тоже они делают и возвращаются. Мы смотрим тренировки финального этапа РДС Гран-при. Сегодня тренировочный день. Кстати, ребята, посмотрите, как работают у нас люди, которые организовывают прямую трансляцию. Вот вы постоянно на них, извините за выражение, а они просто из говна и палок делают то, что смотрят потом 500 000 человек. Поэтому я считаю, что вы должны их благодарить и говорить спасибо, что трансляция вообще в принципе есть, и что она бесплатна, и что она доступна. Посмотрите, вот тайфун, еще какая-то херня. Эти люди будут сидеть здесь и делать для вас трансляцию. Поэтому уважайте труд других людей. И никогда ничего, пожалуйста, не говорите плохого про трансляцию.
потому что вы не представляете, в каких условиях приходится работать. Это только кажется, что так все легко и непринужденно. Вам тут говорят даже спасибо, огромное спасибо. Скорости пока непонятно какие. Я не понимаю, что там делает ребенок. Ребенок. Вон, ходит. А ты не хочешь сказать, чтобы людей с детьми убрали оттуда? Кто убрали? Ну вон, видишь, ходят дети. Где кто? Ну вон, посмотри, видишь, с ребенком человек стоит. Ну это не мой же кот. Ну ты как бы скажи вот кому-нибудь, там. Пускай убирают оттуда. Программу. Завтра начинается трансляция. Завтра начинается трансляция, и она завтра будет примерно по России, по русскому времени, даже не знаю во сколько. Что происходит, вообще тут? Санта-Барбара. Что происходит, Александр? Дрифт происходит. Кстати, самый мерзкий человек, который работает в РДС, это Саша Старожилов. Что вы назвали? Винни идет? Нет, я сказала, что ты самый мерзкий. Камеру. Мы дальше продолжаем. Это Ваня Никулин у нас, номер 23. Это я мерзкая мерзость. Ой, классно как. Кто-то отправится в бан. Привет. Маша Сурова. Я сейчас... Я тебя знаю, да? Да. Ты его видел. Ты как будто первый у меня, знаешь? Наоборот, если бы ты мне сказал, что мы с тобой не ругаемся. Да-да-да, всем большой привет. Конфиг интересный, да. Японцы приехали. Ну, все по очереди едут, тренируются. Там кто как выйдет, уже непонятно. Отстреливают, конечно, люто у Сваринского. И все отвалилось у него, короче, в итоге. Попердел, попердел и развалился. А ты точно трансляцию РДС ведешь? А ты точно пресс-секретарь? А я говорю на доступном публике языке, материшься в моей трансляции, это только мне можно. Пошел вон отсюда. Блин, а мне кажется, я тут влажно. Конечно, влажно. Есть. Есть флешка, что ты? Есть. Да, давай посмотрим. Пухой?
еще позже подключимся, я сохраню эфир. Просто я себе... Самолет, боюсь, мы убирать не будем, потому что видно будет с трибун, не переживайте. А, всем привет, у нас тренировочки вовсю. Сейчас был небольшой перерыв у ребят на обед и еще 2 часа тренировок. Это такая прогревочная зона, и дальше идет разгон, основная конфигурация там, но именно здесь они стартуют. Аркаша вот сейчас выехал впервые, по-моему, он не тренировался до этого, все присматривался. В общем, немножко с другой стороны показываю вам, как выглядит. Все. Артура Мелкумяна нет, к сожалению. Ванька вот Никулин у нас. Вань! Че как? Нравится вокруг истребителя? Класс? Пойду спрошу, как? Ну как? У нас вот все. Дима Ермохин, Женя Лосев. Все потихонечку выстроились. Тицуя Хипина у нас здесь. Все ждут в своей очереди. Илюха Федоров. Дайга стоит. В Хабаровске не было трансляции, потому что не мы ее организовываем. Это зона заправки. Здесь заправляются ребята. Катя Седых выезжает. Да, по-моему, это Катя или это Макс. Это Катя у нас. В общем, это своя движуха, они здесь ездят, едут, вернее, на тренировку. Давайте пройдемся чуть-чуть по сервис-парку. Покажу вам, как выглядит сервис-парк. Привет! Никита снова что-то там со своей машиной делает, его рядышком нет. Бритва у себя в Новосибе, по всей видимости. У нас здесь ребятки чинятся, стоят. Так выглядит у нас сервис-парк. За команду Tuning Factory и старого... Ой, господи. За команду Тоя едет у нас Бесегов Андрюха. Машины все здесь, но пилоты поменялись. Чуть позже вы узнаете, кто... Сейчас мы дойдем с вами до конфига вот именно вокруг самолета, вокруг истребителя, чтобы вы посмотрели, как это все выглядит. Ребята сейчас настраивают машины, пытаются понять, как лучше, ищут какие-то настройки. У них было 4 часа до этого, и вот они чуть-чуть отдохнули. И снова. Мой любимый пилот Льюис Хэмилтон. И вот они снова ринулись в бой. Нас очень много. Все какие-то непонятные, счастливые. Что-то тут делают. Ну, в общем, кто просил машину Козлова, вот машина Козлова. Говорят, что все плохо. А ты что, популярный? Ты популярный? Про тебя спрашивают в трансляции. А, круто!
Давай, чемпион Камчатки, расскажи, как тебе конфиг? Крутой? Кто первый соберет самолет, как ты думаешь? Не знаю, я вообще о безопасности ничего не знаю. Ладно, удачи. Позже дам тебя. Дам тебе. Все. Мы дошли до Forward Auto, вот они стоят прям в конце. Ну, а со стороны трибун в начале они стоят. Разгружают резину. Все машут ручками. Настя тут ходит. Мы с вами идем в святая святых. Это наша трансляция. Монтирует экран. Вот вы видите сейчас примерно все, как происходит в реальном времени. Монтируется экран. Для тех, кто не видел в первом эфире, это наша замечательная трансляция. Люди, которые делают для вас все бесплатно. Вы можете включить в любое время. И если кто-нибудь скажет когда-нибудь плохо об этих людях, будет иметь дело со мной. Ромочка, помаши ручкой. Это Рома Барков, режиссер трансляции, который отвечает головой за все, что происходит. Я считаю, что это лучшая трансляция, которая организована в России. И все люди, вы должны быть просто нам благодарны за это. Вон Ромка что-то там это. Рома завтра даст ссылку, да, на трансляцию, Ром? Сегодня даже будет ссылка на трансляцию, а я, злая тетя, размещу ее завтра. Ага, не говори. Фу, бляха, муха. Очень классный конфиг, здесь невозможно стоять. Там летит резина прямо в лицо. Комментатора, не знаю, кто тебе поменяет. Лучше отключись, Кракермен. Сейчас мы... Чё? Я тебе прислал. Нет. Нет. А что ты мне прислал? Тебе фоточку прислал. Опять на кого-то нажаловался? Нет, фоточку. Фоточку ты мне прислал? Да. За квартиру, за январь. Смотрите, мы вышли. Здесь хорошо видно. Сейчас я вам буду все показывать. Че? О, пупсик, скинь мне ее. Я скинул. Молодец. Я вот здесь спросил, получил или нет. Нет, нет. Сейчас мы дойдем до Гочи, спросим у Гочи, как конфиг. Хотите посмотреть на мои... Супер обувь, которая... Готч. Кто первый поцелует истребитель? Поцелует. Ну, в смысле, кто первый соберет его? Сейчас скажут, что меня первый поцелует. А я хотел ответить, да, я. Кто первый будет под истребителем, как думаешь? Ну, в истребитель то заехать сложно очень. К нему никто не будет приезжать. То есть у меня я не получу шоу? Очень же. А, вот это, да, стена еще? Туда, там, по-моему, сейчас Мигаль прилетел. На постановочке уже был кто-то. На постановочке был кто-то уже? Че, как вообще тебе? Ты любишь Владивосток? Да. Да? А мне нравится Красноярск. Погода. А погода непонятная, кстати. Посмотрите, здесь была такая туча, да, а сейчас вообще классно. А Аркаша, он, по-моему, долго и смотрел, как едет Гоча, а потом решил... Да, там же асфальт кладут, а как по-другому, посмотри. Туда не пройти. Вообще. Тюнинг Factory, I'm all, отдыхать просто от моего тюнинга. Поэтому, да. Эти трибунки все по местам говорят... Сколько скорость входа, спрашивают тут? От 125 до 140. А? Поняли? Не знаю, сколько метров трассы. Ну да, маленькая, это площадочка такая. Сколько метров, говорить не буду. Кто-то чуть-чуть там блоки у нас задел, и поэтому мы приостановили тренировки. Так, ладно, я тогда поеду тренироваться. Да, там... Гоч поехал тренироваться. Толик Зарубин, не знаю, что с умным видом стоишь, Толик.
Делаешь вид, что умный. Не забирай у меня хлеб. Ой-ой-ой-ой-ой. Катя, по-моему, седых. Все летит прям в лицо. Вова тут, кстати, вот у нас. А, кстати, у кого самая красивая машина, вы спрашивали, по моему мнению? У Вовки. Поролон там уже есть, да, поролон уже есть, но парочку человек уже оставили там. Три человека уже были в поролоне, три человека были в поролоне. На трибуну не могу пройти, там асфальт кладут. Но у меня уже чуть-чуть подразъело. Да, что творит? Валит вообще. Не стесняется. А тут постеснялся. Твардовский в Питере, я думаю. В Питере пьет. В Питере пьет, да. Дмитренко не приехал. Он почему вроде... Саша не едет, я не знаю. Спросите, пожалуйста, у него. Может быть, будет много... Толь, когда будет фильм с Фиа? В конце сентября. В конце сентября, блядь, Дайга, извините. Короче, реклама перед гонкой будет. В конце сентября будет фильм про Фиа. Друзья, передайте Свистуну свои пожелания сами, пожалуйста. Зачем вот этот срач разводить здесь сейчас, я не понимаю. А что говорят? Красавчик, говорят. Панченко что-то не клеит. А Сева что, не приедет? Смотрит трансляцию. Сева, что там видос с Жигой? Сев, что там видос с Жигой, спрашивает у тебя Толик. Времени во Владике 20 минут пятого. До 6, да, тренировки? Да, до 6 тренировки. Давай еще выскакивать. О, молодец. Давай, додавливай. Ну что? Дайга только что тренировался, на своей едет. На второй едет. Да, третий. Это какой-то фейк сказали. Это не Сева. Это не Сева. Что-то Аркаша проэтовался только что. Что у него с мотором? Что это за звук? Антилак. Специальное устройство, которое поддерживает давление в турбине после того, как отпустил газ. Но звук же фу. Мне не нравится. Вот это вот поплевался на всех.
Тогда еще две минуточки буквально трансляции, и я пойду. Поэтому можете все свои злостные комментарии, типа, в чем мораль трансляции, что за говно, встань на трибуну. Можете вот быстренько все свои комменты написать. Че? А? Мне не нравится Владивосток. Сказала, не нравится? Да, мне не нравится Владивосток. Че это? Тебе на русский остров надо сначала съездить. Куда? На русский остров, для начала. Бурят едет на своей машине. А ты же Красноярский, да, принёс? Или это Владивостокский? По-моему, местный. А, ну. Город мне не нравится, грязно у вас. Никулин зачем? Может, из Барнаула? Ну, он же вот в Красноярске, он же выступал. По-моему, да. У него вторая, четвертая передача, первая, вторая, уже давно нет на год. Возможно. Вовочка, привет. Ой, ветерок хорошо, хорошо. Я еще не, я не пойму эту погоду, то холодно, блин. Как дома? Дома как? Ты же дома был? Дома. А у тебя родители в Новосибирске живут? У нас была рекламная пауза на Airjack, мы отвлеклись. Чё? Чё? О, ну я всегда плохо получаюсь. Где, кстати? У меня всегда. Не, ну когда ты вот так губёжки делаешь, вот так. Ой, это древние истории. Школа, уходящая. Ну, тут дожди, конечно, есть, но особо нет. Вот, поэтому...